Для того, чтобы связать двойную шапочку, нам понадобится один моток от стыки. Набирать петли вы можете любым удобным вам способом, не имеет значения совершенно, как вы это сделаете, поэтому как вам нравится, так и делайте. Я набираю петли самым обычным способом и дальше замыкаю их в круг. Для замыкания в круг мы первую набранную петлю протягиваем через последнюю. Таким образом у нас не будет никаких ступенечек и переходим к вязанию нашей прекрасной лицевой глади по кругу. Высота нашей шапки зависит от наших пожеланий. Мы можем связать высоту только фиксированного подворота и потом сложить пополам. Или же, как я, связать две шапки, ну, высотой и потом только сложить пополам. Соединить текущий набор на ряды мы можем одним соединительным рядом. То есть мы петельку наборного ряда добавляем к петле текущего ряда и провязываем их вместе. После того, как мы соединили нашу шапку и сделали ее двойной, мы формируем макушку любым удобным нам способом. Я равномерно сократила петли и потом стянула их просто иглой. Кончик мы еще раз протягиваем сквозь все петельки макушки и заправляем с изнаночной стороны. Вот такая вот теплая, классная двойная шапка у нас получилась.